Начавшиеся события в Украине в 2014 году, дестабилизирующее поведение России продолжилось и в 2018. Это цитата. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя годовой отчет за прошлый год. Это стандартная и традиционная процедура. Каждый год генсек НАТО, согласно официальной формулировке, в отчете рассказывает, как Альянс отвечает на существующие угрозы безопасности, адаптируется к новым вызовам и инвестирует в будущее. В этот раз, как и в предыдущем, немало места в докладе уделено отношениям НАТО с Россией, тем угрозам, которые, по мнению Североатлантического альянса, несет Москва. Перечисляется попытка отравления Скрипалей в Солсбери, попытка хакерской атаки против ОЗХО в Нидерландах, захват украинских военных кораблей в Керченском проливе, разработка России ракеты 9М729 в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Столтенберг сегодня призвал Москву вернуться к исполнению ДРСМД, из которого Россия, вслед за США, обвинившими Кремль в нарушении соглашения, вышла. Впрочем, как утверждается в докладе, политика НАТО в отношении Москвы по-прежнему строится не только на обороне, но и на диалоге. Альянс придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, объединяющем с одной стороны сдерживание и надежную оборону, с другой – целенаправленный и содержательный периодический диалог с Россией, говорится в документе. В целом, отмечается в отчете генсека НАТО, Альянс ставит будущее отношений с Россией в зависимости от изменения ее позиции. Впрочем, в докладе Йенса Столтенберга говорится не только и не столько об отношениях НАТО с Россией. Речь в документе и в выступлении генсека шла о финансировании НАТО его участниками, отношениям с Лондоном в связи с Брекситом, кибербезопасности и многому другому. НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в Альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву. Впрочем, ни представители Украины, ни представители Грузии, как сообщил Столтенберг, не приглашены на ближайшую встречу глав Министерства иностранных дел НАТО, которая состоится 3 апреля в Вашингтоне. Поговорим об отношениях НАТО и с Россией, в целом о состоянии Североатлантического альянса прямо сейчас. В московской студии RTVI Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты». Я приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер, спасибо, что приехали. Скажите, вот здесь господин Столтенберг в отчете говорит о том, что отношения с Российской Федерацией, с одной стороны, значит, основываются на сдерживании и надежной обороне, с другой стороны, речь идет о целенаправленном и содержательном периодическом диалоге с Россией. А что это за диалог? В чем он заключается? Знаете, дело в том, что это стандартные фразы, которые присутствовали в его отчетах и в прошлом, и в позапрошлом году. Вот ровно так. То есть это такая некая ритуальность? Да, совершенно справедливо. Но для тех, кто не читал прошлогодние его отчеты, я сообщу, что на этот раз России посвящено примерно раза в три больше места, чем вот в прошлом году. Uh-huh. Гораздо больше. И изменения существенные очень. Впервые говорится об агрессивности России, о ее дестабилизирующем поведении, чего не было в прошлогоднем докладе. Они еще не назвали нас врагами пока, вот, в открытую, так как, например, это сделал наш начальник генерального штаба 2 марта, когда выступал со своим докладом перед военным ученым в Академии Генштаба, где он просто назвал НАТО агрессорами. Uh-huh. И так далее. Ну, как вот украинская риторика похожа в отношении нас, так наша риторика в отношении НАТО. Ну, такое перебрасывание. Да, да, но, конечно, НАТО в своем довольно все-таки выдержанном докладе до такой оценки России еще пока не дошло. Вот, не дошло. Но тем не менее, нашу усилившуюся военную активность, агрессивность они отметили в нескольких абзацах. Есть там один момент, который и смешной, и очень показательный. Дело в том, что в прошлом году этот абзац звучал буквально так, что договор о нераспространении и неразмещении ракет средней и малой дальности в Европе является краеугольным, фундаментальным, так сказать, договором для безопасности в Европе. И НАТО всеми силами, значит, будет его поддерживать, выполнять и выражает свою решимость, как они всегда пишут, в выполнении этого договора. Вот так было написано, правда, в этом году написано, что произошли какие-то важные события, и НАТО решило адаптировать, вот так они написали, свою ядерную политику к этим изменениям.
Вот так они обозначили выход. Но позиция НАТО так они здесь, обозначили да. выход из, из договора США. Но позиция ведь их здесь, как и позиция Соединенных Штатов, заключается в том, что Российская Федерация нарушает или нарушала, не знаю, в каком времени нужно говорить о ДРСМД, раз все из него вышли, его положение. Значит, дескать, никакого смысла в нем оставаться нет. Тихо, но вот самое интересное в этом, что ровно меньше, чем год назад, тот же самый Столтенберг говорил, что это краеугольный камень безопасности США. Что прошло? Совсем немного времени. Они развернулись на 180 градусов. Это вот это самое главное. Это кардинальная смена. А это о чем на ваше личное мнение говорит? Это говорит о том, что, что Североатлантический альянс не слишком, скажем так, последователен? Или это говорит о том, что, политика Российской Федерации настолько за последний год изменилась, что им пришлось свою политику изменить? Нет, я думаю, что изменилась политика Соединенных Штатов и как лидера НАТО, который определяет всю политику НАТО. Угу. Просто изменилась политика Соединенных Штатов. И они не стали более агрессивными, стали более решительными и предприняли ряд шагов для получения, для достижения своих целей. И цель — это их получение преимущества. Это совершенно нормальная военная цель. Очень плохо, что наш генштаб и его начальник заговорили о некой потенциальной неядерной войне в Европе, о возможности вести войну в Европе так называемыми конвенциональными средствами. То есть неядерными. Uh-huh. Это то, о чем говорили раньше такие достаточно провинциальные политики, как руководители стран Прибалтики, многие польские политики. Они озвучивали некоторые военные сценарии, например, там, блокада Калининградской базы, нанесение ударов по районам противовоздушной обороны на территории России, много чего еще. А теперь о том, что можно и неядерными средствами воевать, уже говорит и начальник нашего генштаба. Это очень плохо. На самом деле, если сравнивать эти потенциалы, вот самое главное, что должны, наверное, все понять, наш потенциал не ядерный, а именно обычный, и потенциал НАТО – это слон и моська. Слон и моська. Нам просто кто там слон, кто мгновенно. Там, ну вот смотрите, есть очень хороший истребитель Су-35. Нет, в смысле потенциал российский. Потенциал российский – это моська, а потенциал НАТО – это слон. Мы несопоставимы. Просто Россия не в состоянии вести конвенциональную войну ни в Европе, нигде, вот с НАТО я имею в виду. Понимаете, вот я говорю, у нас самых современных истребителей Су-35, очень хорошие истребители, можно им гордиться. Так сказать. Их всего 3 эскадрильи, всего. И до свидания. Они исчезнут буквально в первые же, так же, как и все наши самые современные там, самолеты и флот, они исчезнут в первые же буквально недели войны. Ну, это если, такое, если не дай бог, если что-то, не дай бог, что-то подобное и все. Начнется. А дальше слабый всегда хватается за кирпич, монтировку, а лучше нож. И тогда слабый достает ядерное оружие. Поэтому те, кто надеется, что может быть какая-то война обычными средствами в Европе, они обманывают и себя, и всех остальных. Очень быстро Россия первая нанесет ядерный удар, потому что она останется без средств к ведению войны. У нас не будет ничего, а у них будет все. Мне хотелось бы услышать еще одну точку зрения. К нам присоединяется Виктор Литовкин, военный обозреватель. Виктор, слышите ли вы нас? Добрый вечер или добрый день. Добрый вечер, я вас слышу, да. Безусловно. Ну, вот здесь Валерий Ширяев. Мы начали разговор с отчета генсека НАТО Йенса Столтенберга и перешли довольно быстро к разговору в целом о потенциальном, которого, конечно, хотелось бы исключить, противостояние России и Запада. Вы слышали позицию Валерия Ширяева. Вы согласны или нет? Ну, в какой-то мере, да, НАТО имеет преимущество перед нами в обычных вооружениях, это естественно. Общий бюджет НАТО 1 триллион 300 миллионов долларов, а российский бюджет около 60 миллиардов долларов, так что это несопоставимо. Естественно, они имеют преимущество по танкам где-то в 3 раза, по боевым бронированным машинам где-то в 5 раз, по самолетам в 3 раза и так далее и тому подобное.
Поэтому, ну, говорить о том, что можно воевать без применения ядерного оружия на территории Европы, это, конечно, наивно. Это обязательно будет применено. Тем более, что надо помнить, что на территории Европы находится 200 американских атомных бомб свободного падения Б-61, и все самолеты НАТО, практически Тайфуны, Еврофайтеры, F-16, которыми вооружены союзники Соединенных Штатов в Европе, они имеют аппаратуру для применения этих бомб. И вот когда они несут боевое дежурство под Шауляем, под Таллином, там, под Ригой, они проходят тренировки по применению этих бомб. И у НАТО есть комитет ядерного планирования, в который входят все 29 государств. Все это является грубым нарушением договора нераспространения ядерного оружия. Но НАТО, как и Соединенные Штаты, не обращают внимания на свои нарушения международного права. Как мы и сегодня из уст господина Столтенберга, вернее, из доклада, так и во все последние недели и месяцы слышали, что позиция Соединенных Штатов и их союзников по альянсу является абсолютно противоположной. Они считают, что Российская Федерация не следует тем обязательствам, которые она, под которыми она оставляет свою подпись. Я вот слушал вас, Виктор, сейчас и слушал то, что говорил Валерий Ширяев до вас. Вообще представить, что в 2019 году всерьез звучат такие фразы, которые сейчас говорил Виктор, перечисляя количество дивизий, военные бюджеты, атомные, значит, потенциалы этих, атомные потенциалы тех. Есть какой-то выход из этого? Или это движение уже в неизбежном каком-то черном направлении? Это мне вопрос. Да. Тихон, вы знаете, это я с вами совершенно согласен. Очень быстро даже ответственные политики перешагивают через черту, которую вчера еще казалось невозможно перешагнуть. Невозможно было представить, что такие близкие народы, как Россия и Украина, окажутся в той ситуации, это правда, когда друг друга. И эта черта, когда начали наносить удары по самолетами, по в Донбассе, по районам с плотной городской застройкой, это вообще ужасно, это мгновенно, почти 2-3 месяца достало, чтобы военные переступили эту черту. Точно так же нам сейчас скажут, что это невозможно, но я не уверен, что... Я, вот в отличие от Виктора, это считаю, что российская армия, как слабая армия, первая нанесет ядерный удар. Извините, конечно, меня за такой прогноз. Мне он самому не нравится. Но я не уверен, что, допустим, такие города, как Таллин и Рига, останутся целы, в которых живут мои одноклассники, одноклассники моей жены и мои друзья. Вот. Поэтому я бы обратил ваше внимание, если обращаться к докладу Столтенберга, на сам тон доклада. Он неизмеримо более спокойный и сдержанный, чем доклады, которые звучат из уст наших военных, а особенно политических деятелей и Государственной Думы в последнее время. Все-таки нам надо учиться этой культуре и не доводить самого себя до крайности своими собственными высказываниями. Да, опасность есть, но необходимо вот тот самый военный диалог, которого сейчас так не хватает. Ну, Столтенберг указывает в своем докладе, что они нас приглашают пересмотреть Венский договор об ограничении обычных вооружений в Европе и так далее. Все это все-таки риторика. Настоящих шагов для установления доверия между двумя военными машинами пока не сделано. И я считаю, что та риторика и пропаганда, даже военная истерия, которую я вижу вот в своей стране в последнее время, вносит, к сожалению, негативный вклад вот в это. А вам кажется, что, если говорить не о словах, а о делах, что могло бы стать первым шагом, который бы означал, что действительно стороны готовы идти навстречу друг другу? Не знаю. Ну, например, расширение присутствия военных наблюдателей от НАТО на наших маневрах. Мы им очень ограниченно разрешили, так сказать, присутствие на последних маневрах на Востоке. Очень ограниченно. Это первое. Второе, конечно, расширение контактов вот примерно в таких масштабах, которые они существуют сейчас в Сирии, где существует очень серьезная опасность столкновения двух армий, ну, их представителей, да, на территории третьей страны, где может завязаться конфликт. И недаром бывший когда-то заместитель министра обороны, наш посол Антонов в США,
накануне этого выступления выступал в Карнеги и специально говорил, что не может быть даже речи о применении ядерного оружия на территории третьих стран, то есть в региональных конфликтах. Хоть это мы гарантируем. Это, ну, хорошее очень заявление на самом деле, понимаете? Виктор, вот если позволите, сразу два вопроса. Первый по поводу того, что говорил сейчас Валерий о риторике, о тоне доклада Столтенберга, с одной стороны, с другой стороны, о тоне выступлений российских военных и политических представителей. Это первый вопрос. Второй вопрос касается того, что может стать первым шагом, что ли, к тому, чтобы стороны начали по-другому общаться. Ну, во-первых, о тоне. Это все понятия относительные и оценочные. Потому мне кажется, что тон выступления Йенса Столтенберга, несмотря на то, что он говорит холодным скандинавским тоном, вот, он очень агрессивный. И упрекать Россию, например, в том, что она приостановила свое участие и не выполняет договор о обычных вооруженных силах в Европе, это вообще лицемерие, потому что Россия ратифицировала этот адаптированный договор 1999 года, а ни одна страна НАТО этого не сделала. Они не выполняют этот договор, а мы виноваты. Понимаете? Так же, как и с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Потом о присутствии, хотел Валерию там напомнить, о присутствии наблюдателей на учениях? Учениях «Восток». Мы туда пригласили всех военных атташе, которые аккредитованы в Москве. И почти все они прилетели туда. Нашего представителя на крупнейшие натовские учения в Норвегии в ноябре прошлого года одного на все учения. Одного от нас, одного от Беларуси. Мы им дали два дня по очень жесткой программе. Они нам две недели. Две недели дали. Про нашего представителя российского. Да? Вот. Все-таки два человека и 80 человек. Разница есть определенная. Ну вот Валерий говорит, что есть разница, что им дали два дня. Какие районы присутствовали? А нашим дали они две просто недели. В столовой сидели один день. Кто? НАТОвцы? Наши натовцы у нас сидели в столовой один натовцы день, а второй день на ходили. На трибуне у нас и смотрели на полигоне Шагол, как, да, это, да, как это все делается. Ну, неважно, это все как бы мелочи жизни, по большому счету, в отношениях между Россией и НАТО. Ну, с чего-то а надо начинать. Отношения с Россией и НАТО не изменятся, если не изменятся отношения между Соединенными Штатами и Россией. НАТО – это вообще, как вам сказать, это вассалы Соединенных Штатов. Без Соединенных Штатов ничего не происходит. Думаю, многие бы поспорили с вами. Да, ну, пожалуйста, можно спорить, но это так. Вы вспомните один хотя бы случай, когда НАТО вступилось за своего члена по пятому пункту Вашингтонского договора. Это был один раз в 2001 году, когда в Соединенных Штатах Боинги ударили в Международный центр торговли. Тогда НАТО поддержало Соединенные Штаты. Больше никогда никого они не поддерживали. Но разве больше были какие-то другие для этого основания? Да. Нет. Террористических актов было в Европе, во Франции, в Испании. Но Виктор, подобного уровня террористических актов, слава богу, не было больше. Ну, так. Какой уровень? В Париже дважды были расстреляны, люди были расстреляны. В Испании взорвали поезд. В Великобритании взорвали метро. Это, конечно, 3000 погибших или 300 погибших, конечно, это разные цифры. Но, тем не менее, это все-таки террористические акты, на которые НАТО никак не отреагировало, кроме высказало свое соболезнование погибшим и родственникам погибших. Поэтому говорить о том, что НАТО, изменение отношений между НАТО и Россией не приходится, пока не изменится отношения. Я понял вас, да. Я понял вашу позицию. Возразите, Валерий. А я не буду возражать. Я как раз согласен с Виктором, что Соединенные Штаты имеют превалирующее значение в советническом военном аппарате и политическом аппарате НАТО. И если они сменят позицию, то и позиция НАТО тоже сменится. Это однозначно. Я же не просто так сказал о прошлогоднем докладе Столтенберга. Они на 180 градусов развернулись. Но и это вы связываете с изменением. Первый-то развернулся кто? Вашингтон, конечно, так сказать, в Нью-Йорк сказал, что мы выходим из договора, а НАТО просто фиксирует это. Ну, вот так получилось. Они назвали выход из договора адаптацией.
Формулировка-то какая? Ничего себе, адаптация. Скажите, у меня последний вопрос, наверное, к вам. Если позволите, я скажу спасибо Виктору Литовкину. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. У меня еще один вопрос к Валерию Ширяеву здесь в студии. Если не про отношения с Россией, а уже, собственно, про НАТО и действительно про то, что в США, несомненно, играют главную роль в этом альянсе. Как вам кажется, сейчас эти ощущения, которые были у некоторых, особенно наблюдателей не специалистов, что НАТО находится не в лучшем виде после заявления Дональда Трампа о том, что вот, дескать, может быть, мы выйдем, потому что вы платите слишком мало денег, нужно, чтобы вы платили больше. Эти опасения уже в прошлом? Да. И НАТО вполне себе находится в сплоченном виде? Да, эти опасения в прошлом, потому что они сегодня констатировали, что практически все страны, помимо США, начали увеличивать свои военные расходы в разной степени, с разной скоростью, но тем не менее расходы растут в сторону тех контрольных 2% ВВП, которые мы определил Дональд Трамп как необходимую долю вклада в общую оборону. Да, это действительно так. То есть, получается, господин Трамп победил. Очередной раз дожал. Да, победил, дожал. И с военной точки зрения он абсолютно прав. Действительно, США десятилетиями вносили там до 90% потенциала НАТО со своей стороны. В конце концов, Европа — это достаточно богатый регион. Спасибо. Я благодарю вас, что приехали к нам в студию. Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты» в московской студии RTVI. Мы говорили об отношениях России и НАТО. Еще раз напомню, сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил очередной ежегодный доклад. Это было сделано в Брюсселе.